детства Мистера 95, тоже 10-я серия первого сезона по Mad Game Tycoon. Хаткону прохождение в прошлой серии. Мы переехали, накопили 4-3 миллиона и сделали побольше серии вот это. С ММО. Ну, серверную. И сегодня я накоплю 3 миллиона и... А, точно не 3 миллиона, но сколько там нужно для... Мы, ну, короче, я сегодня буду обновлять себе движок. Потому что технологий очень много. А у нас нету новых движков. Надо делать новый движок. Так что, ребят, будем делать движок. В этой серии мы обновим движок и скорее всего, полностью заполним место с людьми, которые работают у нас. Координировать проект, это чтобы увеличить скорость на 5%. А у кого работа в офисе хорошо? Персонал, работа в офисе 30%. Вот пусть 15, так будет удобнее, ребят, потому что так мы чуть быстрее будем работать. А сотрудников нет, значит, сюда одного сотрудника, ребят, мы на 15% работаем быстрее. То, что я сделал так специально, потому что чтобы можно делать большие контракты, которые нам понадобятся. Но так у нас... А, нет, появились людишки. Мы изучаем технологии. И потом обновим движок. Вообще очень много технологий будет в этом новом движке. А это будет очень... Ой, извините, тут было кое-что еще. Просто у меня все закрылось. А, ой. Так, быстро выполняем контракт за пол... За день. Такой контракт. Подтянут такие контракты, которые по 10 недель, потому что... Ну и на 15% работаем быстрее, скажем так. А это очень удобно. При... малочисленных, ну, малочисленности нашего штата. А наш штат маленький, и это нормально. И тут где-то я впилю, наверное, поддержку. Лепить надо. Ой, не сюда. Сюда стол. Поставлю стол для поддержки, чтобы поддержкой я занималась людьми. Ну, когда у нас будет еще два, у нас штат, у нас уже будет команда, и потом почитай в конце видео, наверное, несколько человек, или сейчас на паузе. Ребята, я посчитал, 15 человек всего у нас работает. И, кстати, 10 недель контракт. А мы его выполнили за 9 недель. То, что контракт, считайте, мы можем выполнять, и мы можем не бояться. Ну, вот такие можно, лучше бояться таких. А вот очень мало времени, это тоже надо бояться. Пусть работа в офисе ему будет, а ему вот сюда. Потому что, чтобы была начинающая поддержка авто, поддержка день открытых дверей. Во, раздача вот игр уже держит наших фанатов, ребята, и у нас фан-база растет. Один фанат в секунду. И то, что это хорошо, то, что наша фан-база растет, а мы уже наконец-то начинаем так уже прям нормально работать. У нас уже, считайте, будет очень все хорошо идти. Конечно, только... А вот такой попробовать можно, потому что тут все заполнено, надо полностью будет все изучить технологии, чтобы делать какую-то игру, потому что у нас слишком мало этого. И, кстати, надо проверить эти, создать игровые отчеты. Есть какие-то или отчеты есть? Надо выполнить игровой отчет. И у нас растут фанаты, что раздача игр идет. Не, ну если мы поставим что-то больше, то есть, да, будет долго идти, но все равно фанам будет хватать, потому что если фанам будет не радоваться, а
Ну, давайте. Наши сейчас доходы подрастут в очень больших количествах, то что сейчас контракты мы будем успевать выполнять, это 8 недель, да. Вау, так быстро выполняем контракт, ребят, это хорошо, а значит мы хотели, я хочу накопить 10 миллионов, и может еще буду делать движок опять, да, движок надо улучшить будет, у нас технологии все плохо, то что... Как-нибудь, да, расшириться надо, да. Да блин, все время не туда, но все равно. Оп, помещаем еще один стол. Перенаем персонала. Пусть будет 4 персон, 4 человека работать. И давайте сейчас пройдет месяц этот. И мы узнаем, сколько мы платим, ребят, в месяц. То есть за 2 месяца мы прибыли еще. Мы не выполнили контракт. Впервые за долгое время мы не выполняем контракт. Сколько у нас? Финансы месячно. А, это на месяц. В год. Персонал! Практически миллион. О, боже. Короче, у нас персонал очень... Мы на персонал тратим миллион практически. В год, но это в год, ребят, заметьте. Потому что если у нас будет 10 миллионов, мы проживем 10 лет. Плюс 3 года, наверное. А ты еще и плюс серверная отключена. И это хорошо. Кстати, серверная нам может принести денег. Фанаты идут и идут. То есть мы уже подняли 100 фанатов. 200 фанатов примерно. 100-200 фанатов мы подняли. На этом. Так, контракты уже хорошие кончаются, а это плохо, потому что надо всего и сворачивать, ребят. А нам нужны контракты. Ребят, накоплю 5 миллионов, и я вернусь. Ребят, и, кстати, я практически, ну, пришел к 3 миллионам, но я не набрал 5 миллионов, блин, это долго. Но я практически пришел к 3 миллионам, но я изучаю еще технологии. И, ребят, у меня это была такая проблемка на время, то, что у меня не было контрактов хороших. Я всех как бы изучил и... То есть... Не... И это плохо было. На капитанов и буду изучать технологии в кадре и не в кадре, ребят. Ребят, я чуть-чуть перестроил наш офис. И у нас чуть больше стало людей вместимость. Тут на одного и тут на одного. Я вместил побольше людей, кстати. Тут можно... Это верно. Можно вообще сделать 4 на 4, поставить 4 стола в контроль качества, ребят. Да, можно 4 стола поставить. В 4 на 4, ребят, можно поставить 4 стола, потому что это 4 на 4. Потому что если делать 4 на 4 место, то будет побольше, что как раз будет для багов исправления и для всего. И берем новый контракт. Новый контракт какой-то. Давайте. Пойдем. И, ребят, сейчас накоплю 5 миллионов, и я вернусь. Ребят, и вот я накопил 5 миллионов. Я изучаю сейчас, ну, 32-битную музыку, и я буду делать новый движок, обновлю, то есть, движок на время, потом еще изучу 9 технологий и буду 11 серии, скорее всего, делать. Но не делать игру, в 12 серии, скорее всего, будет игра, потому что нам надо будет изучить все, то есть, все другое. Вот это изучим, даже в 13 серии будем делать игру. Ну и, ребят, я хочу кое-что вам сказать, то что этот сезон будет длиться
со всего лишь 17 серий. Очень мало, ребят, но я постараюсь побольше поснимать по размерам видео. В плане, то есть больше сделать на видео, чтобы завершить сезон какому-то. Потому что я буду снимать потом второй сезон в сентябре. Я сейчас только что-то прицел даже не нажимал. Да блин. Создать новый, улучшить. И улучшаем, ребята. Движок. Ну, да, 42 технологии. Прям тебе правда. Но. Сто тысяч. 40%. 42 особенности. А может быть всего лишь 54. Мы скоро к этому идем. Ну, ребят, будет скоро столько особенностей. И наш движок развивается хорошо. Ребят, и второй сезон будет, наверное, длиться 40 серий. Я не знаю, то есть, как мы полностью не пройдем эту игру. Пока мы полностью не пройдем эту игру. Пока я прибыльную ММО игру не сделал, которая даст мне 1 миллиард, то есть во втором сезоне я такой поставлю себе цель, чтобы ММО нам прибыль была, ММО одной, именно ММО или фри-то-плей 1 миллиард, ребят. Если будет, то я закончу второй сезон. А сейчас я поставлю на паузу и сделаю, изучу технологии. И что-то обновлю движок, и мы закончим, ребят, серию. Ребят, у меня осталось еще 5 технологий, и мы будем делать движок. Ребят, вот я уже накопил 6 миллионов было, но потому что я изучу технологии, у меня деньги потратить. А так, у меня 6 миллионов, и за эту серию мы накопили 6 миллионов. А без, считайте, игр. Это сложно будет? Сложно. Делаем контракты уже по которым просто очень много получаем. Например, этот я не хочу делать, потому что я вот такие делал по 10 тысяч, по 11 и получал по 700 тысяч. Понимаете? За маленькое время просто получить очень много. И то, что когда будет изучены все технологии, я вернусь, мы сделаем движок и закончим. Ребята, вот я все изучу технологии и начал изучать АА, потому что что-то делалось и изучал одновременно. Давайте посмотрим цену сначала на... Ай, не надо так... Не надо подвисать почему-то. Купить движок. 500 тысяч. Ой. Летает. Значит, мы можем поднять до 300 тысяч полностью и сделать доход. И это нам выйдется в практически миллион, и у нас будет на... Будет лучший движок, самый лучший движок, потому что будет больше особенностей 52, а не 51. То, что мне, конечно, будет какой-то лучше нас, но шутеры всякие. И, ребят, если я в следующей серии, в 11 серии накоплю 10 миллионов, то я перееду холором. Вот как раз 53 технологии. То, что, ребят, нам еще 2 технологии и... Просто будет все отлично. Будет полностью хороший движок. Мы на этом будем заканчивать. С вами был Мистер Андреевич 5 и замечательный игра Mad Game Tycoon. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи, всем пока!